Как стать опекуном недееспособного человека? В отношении недееспособных совершеннолетних граждан устанавливается опека. Только суд признает гражданина недееспособным. И если в семье имеется человек, который сам в силу своих психических особенностей не может за собой ухаживать, то любой гражданин вправе обратиться сначала в медико-социальную комиссию для того, чтобы получить заключение, что действительно он может или не может осуществлять уход за собой. Если есть заключение комиссии, обращаемся в суд. Суд признает гражданина недееспособным. Тогда ему назначается опекун. Чтобы стать опекуном недееспособного, собирается пакет документов. Это медицинское заключение, справка об отсутствии судимости, справка о доходах, о жилищных условиях. Затем орган опеки выходит и обследует жилищно-бытовые условия опекуна и дает заключение о возможности стать опекуном недееспособного гражданина. Неважно, какой стиль предпочитаешь ты. Магазин мужской одежды «Все для мужчин». Качественная и современная одежда для любой ситуации. Выбери свой стиль с магазином «Все для мужчин». Адрес: Красная, 130А.